В областном центре построят город мастеров для детей «Мастерславль». Подобные есть только в городах-миллионниках – в Москве, Воронеже, Казани. Проект развивающего центра для юных белгородцев был представлен наблюдательному совету по развитию мультипарка в белгородской агломерации. Площадью около 3000 квадратных метров он разместится в центре Белгорода на территории бывшего зоопарка. Интерактивный комплекс с сетью офисов, лабораторий, производственных площадок в миниатюре с целой городской инфраструктурой позволит любому ребенку попробовать себя в роли почтальона, строителя, археолога, пекаря, пожарного или водителя автобуса. Всего создадут 41 мастерскую, в которой будут разыгрываться 400 игровых или образовательных сценариев. Играя, ребенок будет познавать азы привлекательных для него специальностей. Это и профориентация, и социально-экономическое ориентирование в условиях, приближенных к реальным. Каждая профессия – это игра. Не примитивная там какой-то, а где они оказывают услуги, значит, друг другу, где они создают какой-то маленький свой продукт, добавленную стоимость даже, там, выпечка, печь, мука, изделия, продажа его. Затраты на строительство белгородского мастерславля оцениваются в 250 миллионов рублей. По большей части это средства внебюджетных источников. Попечители и координаторы каждой мастерской уже определены. Якорным инвестором выступит группа компаний «Агробелогорье». Строительство мини-городка для детей начнется весной. Этап строительства включает два периода. Строительство всего здания и наполнение в первую очередь мастерских до 1 сентября 2017 года. Основное здание обустройство 22 мастерских общей площадью 1490 квадратных метров. И выполнение второй очереди мастерских до конца текущего года обустройство 19 мастерских.